вот это? Мы для Барсика купили лазерную указку. Она сделана в форме мышки. Она с картой, она с картой. С какой картой? О! Здесь инструкция, показана, как нужно пользоваться этой мышкой. Можно достать просто. А еще есть вот такой барабан, в котором спрятана мышка. И Барсик должен будет ее поймать. Да. Что будем первое открывать? Вот это. Лазерную указку, да? Ярослава, смотри, что Барсик делает в домике. Обожаю играть со своей любимой мышкой. Любимая-прелюбимая мышка. О! А тут как-то... Вышел из домика уже, видишь? Да, инструкция есть. И мышка. Ой, а мышка еще и с усиками. И с глазками. И вот это. Ну, вот такой брелочек. Я так понимаю, что нужно вставить в нее батарейки, а и потом мы ее включим. Как ее открыть? Ну вот так, легко она открывается. Можно мне оставить одну? Давай, вставляй. А ну включай. Работает? Работает. Где наш Барсик? Смотри, как он играется. Он ищет ее. Ты ж вот так ему направляй. И он будет ее ловить. И Барсик. Не. Ты не спеши, он не успевает ее просто ловить. Уже не знаю, чем мне играться и мышкой. Вот это ты сильно высоко поднимаешь, пониже. Вот это классная игрушка. Пульт управления от кота. Охотится. А ну давай в домик его заманим. Давай потихонечку, лазерная указка, веди в домик. Видишь? Пойдем в домик, пойдем, будем заходить. Вот, смотри. Вот. Заходи. Молодец. Ну давай, пусть он отдохнет, мы откроем ему другую игру. А я не могу открыть, только она не готова открываться. Вот этот чудо-барабан. Откроем, это просто нужно разорвать и все. Оп! Смотри, здесь мягенькая. А до чего здесь? А здесь мышка серенькая, с хвостиком и с розовыми ушками. Киса! Барсик! А ну, давай мы его так сюда приманим. Подходи! Будем мышку ловить. Иди. Малыш, посмотри, какая игрушка для тебя. А ну, Ярослава, пусти мышку вот эту. Смотри, вот так. Оп. Видишь? Барс, мышка. Смотри, как он головой туда-сюда. Наблюдает за ней. А он должен лапкой ее ловить. Поймал мышку. Она будет от него убегать постоянно. По барабану. Поймал. Нет, так не получится, Ярослава. Да ему там неудобно будет сидеть. Станови ее посерединке, и он будет ее ловить. Иди сюда. Зачем там держать? А ну отойди чуть-чуть в стороночку. Пусть он поиграется. Понравилось ему, поймал. Ага, попалась мышка. Схватил ее лапкой.
Не-не-не, вот тут, вот тут. Он найдет, Ярослава, он найдет. Вот тут, вот тут. Вот, смотри, Арсик, вот она. Вот, видишь? Поехала. Вот это классная для него игрушка. Будет постоянно ловить мышку. Понравилась ему игрушка. Вот это убрать. Ну, отставь в сторонку. Я вот сюда поставлю. Давай сюда поставим. Я вот это сам там. Смотри, Ярослава, что Барсик делает мышке. Он хочет ее вытащить, вообще вырвать оттуда. Схватил двумя лапками и тащит. Смотри, как тащит. Барсик. Я думаю, что Барсику очень понравились наши подарки. Теперь он у нас не будет спать постоянно, а будет ловить мышь. Смотри, за хвост я схватил, тянет. Барсик, что ты творишь? Ой, мышку не можем ловить. Ой, мышка. Он ее поймал, он хочет ее вообще оттуда вытащить. Съесть хочет. Но она же не съедобная. Смотри, смотри, что делает. Ребята, а какие игрушки есть у ваших питомцев? Напишите нам в комментариях. Очень ему понравился этот барабан. Смотри, одной лапкой, второй. Скажи, я что-то уже начинаю, наверное, нервничать, потому что не могу ее вытащить. Барсик. Смотри, что творит. Он разыгрался. Он подумал, что ты хотела взять его мышь, и поэтому тебя за ручку так. Оп. Видишь, как за свою игрушку? Это моя, скажи, Барсик. Я буду в ней играть. Смотри, валяется и на спине. Все, лапка что-то подвинул. Оп, опять поймал. Ну, конечно, выкручивается он вообще. Разыгрался. Скажи, я сейчас съем, вообще разгрызу этот барабан и достану мышь. Видел, как лапка? Не лезь, Ярослава. Я буду играть. Дай мне мышу, поделись со мной мышей. А тебе мыша зачем? Я съесть хочу, я тоже кошечка. Ну, держи, я тебе такую мышку дам. Ты этой поиграйся, а Барсик той. На себя не надо, а то вдруг кот прыгнет на тебя. Ой-ой-ой, тащит ее прям сюда. Оп. Вижу какой-то свет. Что это такое? Скажи, наверное, нет. Меня больше впечатляет все-таки эта мышь. Она такая недоступная.